Во Владимире стартовал 10-й по счету всероссийский турнир по борьбе самбо. Соревнования посвящены памяти старшего тренера спортивной детской школы, мастера спорта СССР Владимира Анисимова. В этом году за звание лучших борются юноши 14-15 лет. По словам судей, с каждым годом уровень организации соревнований становится все выше, а участников больше. На этот раз помериться силами приехали около 300 человек. Где-то 15 регионов. Ну, близлежащие, это само собой, все у нас здесь, считая Москву. Ну, вот еще в этом году подъехала команда из Казахстана. Это практически, можно сказать, открытый всероссийский турнир с участием команды зарубежной. Соревнования начались сегодня утром. Сейчас проходят финальные встречи во всех весовых категориях. Победители турнира получают путевку на первенство России. Как ты готовишься? Что ты чувствуешь перед соревнованием? Ну, всегда я волнуюсь. Всегда надо очень много упорно тренироваться перед этим. Я каждый день, кроме субботы и воскресенья, тренируюсь. Ну, в этих соревнованиях собираешься выиграть? Да, я уже много выиграл.